Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас пятый урок из цикла «Музыкальная гармония», и я специально начал с такого длинного музыкального кусочка, чтобы подготовить вас к тому, что эта лекция будет немножко длиннее обычного, потому что сегодня мне хочется вам очень бегло, очень поверхностно рассказать вообще все принципы взаимодействия функций, какие только существуют вообще в музыке. Могу вам сразу по секрету сказать, что если базовых функций три, а мы об этом говорили, субдоминанта, доминанта и тоника, и других никаких не существует, то всего функций 7 плюс 1. Вот про вот эту плюс 1, скажу сразу, про тритоновую замену доминанты, мы как-нибудь поговорим с вами отдельно. А вот 7 основных функций мы сегодня с вами разберем. 7 функций соответствуют 7 ступеням натурального мажора. Есть определенная логика. Стало быть, на каждой ступени находится свой аккорд и находится своя функция. Все эти функции — либо тоники, либо субдоминанты, либо доминанты. И мы сегодня про всех из них узнаем. Итак, 7 функций плюс 1. Запомним это на будущее. А аккордов базовых, которые эти 7 функций обыгрывают, находится, то есть существует всего 4. Сейчас, наверное, для тех людей, кто немножко знаком с джазовой гармонией, возникло такое противоречие, когнитивный диссонанс. Почему септаккордов всего 4? Кто-то скажет, что есть 5, кто-то скажет, что есть 6. Нет, их ровно 4. Все остальные — это лишь вариации этих 4 аккордов. И сегодня бегло я вам попробую об этом рассказать. Итак, что мы с вами знаем на сегодняшний день? На основе тех уроков, которые мы прошли, что на первой ступени мажорного лада находится тонический аккорд. Он может быть выражен чем угодно, но базовое его выражение — это, собственно, большой мажорный септаккорд. Вот он. Первая, третья, пятая, седьмая. На четвертой ступени находится субдоминантный септаккорд. И это тоже большой мажорный септаккорд. На пятой ступени находится доминантовый аккорд, доминанта. И это малый мажорный септаккорд или доминант-септ. А на шестой ступени находится минорная тоника. И это малый минорный септаккорд. Но мы называем его просто минорным. Я расскажу почему. Итак, из 7 ступеней 4 заняты. Первая, четвертая, пятая, шестая. Но если есть тоника, у нее существует доминанта. Стало быть, и для минорной тоники тоже существуют свои доминанты. И она тоже находится на пятой ступени, но его минорного лада. И это нота ми. А в основной гамме, в основном натуральном мажоре, это третья ступень. Итак, ми-мажорный аккорд, доминант-септаккорд — это доминанта к минорной тонике. Все аккорды в основном строятся на используя ноты основного натурального мажора. Но здесь появился соль диез. Возникает вопрос, откуда он взялся. Вообще про эту группу доминант-септаккорда, группу доминант-септаккорда альтерированных ладов, мы будем говорить отдельно. Это может быть одна из самых сложных тем разобраться. Но сейчас вам просто скажу, что вы, наверное, помните, что есть натуральный минор, а есть минор гармонический. Вот в этом гармоническом миноре впервые появляется нота соль диез, которая является ключевой в доминантовом аккорде, в доминанте, который стремится и разрешается в минорную тонику. Итак, уже 5 нот. Первая, четвертая, пятая, шестая минорная тоника и третья доминанта к минорной тонике. Но, стало быть, должна быть и субдоминанта. Ну, здесь все просто. Четвертая ступень натурального минора, нота ре. Вот здесь и должен располагаться субдоминанта к минорной тонике. Да, это аккорд ре минор, малый минорный септаккорд. Вот это субдоминанта к минорной тонике. Но есть особенность. Это субдоминанта и это субдоминанта. Но они, обратите внимание, так похожи. Практически один аккорд.
что субдоминанта второй ступени, например, в джазовой музыке, чаще используется, вернее, не чаще, а в 99% случаев используется для, как обыгрывание субдоминанты, которое впоследствии разрешится в мажорную тонику. Ну, чтобы вы понимали. Вот в традиционной гармонии субдоминанта четвертой ступени разрешается в доминанту и разрешается в тонику. А в джазе основная субдоминанта является субдоминантой второй ступени. Вот она, доминанта, тоника. Послушайте, разницы практически нет. Четвертая, пятая, первая. Вторая, пятая, первая. То есть субдоминанта четвертой ступени и субдоминанта второй ступени близки так же, как близки две тоники. Вспомните третий урок. Мажорная тоника. Достаточно поменять только бас, и получается минорная тоника. То же самое с субдоминантами. Субдоминант четвертый, субдоминант второй ступени. Не правда ли? Да? То есть вы должны всегда помнить, где есть субдоминанта четвертой ступени, там есть субдоминант второй ступени и наоборот. Они друг друга заменяют. Итак, на второй ступени строится субдоминанта для минорной тоники, либо субдоминанта второй ступени для мажорной тоники. Возникает логический вопрос. Если есть субдоминанта второй ступени для мажорной тоники, значит, должна быть и субдоминанта второй ступени для минорной тоники. Действительно, и она есть. Из всех нот, которые мы уже использовали в натуральном мажоре, осталась одна единственная незанята. И это нота Си. Вот именно от этой ступени по нотам натурального мажора и строится вот этот аккорд. Этот аккорд является полууменьшенным. Это четвертый септаккорд, который мы с вами разобрали. Первая, минус третья, минус пятая и минус седьмая ступень. И вот этот аккорд выражает функцию субдоминанты второй ступени для минорной тоники. Пробежимся еще раз с самого начала. Первая ступень, большой мажорный септаккорд. Первая, третья, пятая, седьмая тоника. Вторая ступень, субдоминанта второй ступени для мажорной тоники, либо субдоминанта для минорной тоники. Минорный, малый минорный септаккорд. Первая, минус третья, пятая, минус седьмая. Третья ступень, доминант септаккорд, малый мажорный, первая, третья, пятая, минус седьмая, доминанта для минорной тоники. Четвертая ступень, большой мажорный септаккорд, 1, 3, 5, 7, субдоминанта. Пятая ступень, доминант септаккорд, малый мажорный, 1, 3, 5, минус 7, обычная доминанта. Шестая ступень, 1, минус 3, 5, минус 7, малый минорный септаккорд, минорная тоника. И седьмая ступень Си, 1, минус 3, минус 5, минус 7, полууменьшенный септаккорд, субдоминанта второй ступени для минорной тоники. Вот осознайте это. Семь ступеней и других нет. А сразу скажу, чтобы вас не смущать, почему не существует еще двух септаккордов. Начнем с большого минорного аккорда. Вот это малый минорный септаккорд в до миноре. А вот это большой минорный септаккорд. Такое часто бывает. Вот такой вот встречается аккорд. Он вот как бы более богатый, но не всегда вот эта вот краска седьмой высокой ступени уместна в каких-то произведениях. Этот аккорд не является самостоятельным. И вообще, в определении гармонических функций, ну, джазмена, во всяком случае, минорные септаккорды не делят на большие, на малые. Они просто говорят минорный аккорд и все. Они свободны. Они могут использовать как малый минорный септаккорд, так и большой минорный септаккорд. Это не важно. Даже, знаете, даже в совсем простой музыке вот иногда встречаются такие вот гармоническая комбинация, ну, даже в шансоне. Да? То есть что-то в гармонии происходит,
на самом деле вот обычное трезвучие, вот, добавляется седьмая высокая ступень, это становится большим минорным септаккордом, потом она переходит в седьмую низкую ступень, это становится малым минорным септаккордом, возвращается назад, и, в общем, происходит впечатление, что есть какая-то гармоническая краска. На самом деле этого всего можно не делать, функция выделяется обычным минорным трезвучием. То есть мы поняли, что большого минорного септаккорда как самостоятельного не существует. И теперь по поводу уменьшенного аккорда. Уменьшенный аккорд вводный, как его называют в академической культуре, в академической теории, как бы существует. Но с ним произошла какая-то странная коллизия. Во-первых, этот аккорд, ну я напомню, что он состоит из трех малых терций. Вот он. Ну, во-первых, это не септаккорд, потому что здесь нет септимы. Академические теоретики, конечно, скажут, что здесь септимы есть, потому что верхняя нота — это дубль бемоль, но это не так. Септима имеет определенное количество тонов, это либо 5, либо 5,5, здесь секста. Поэтому это уже не септаккорд. А самое главное, это доминантовый септаккорд, который выполняет функцию доминанта, поэтому называется вводный. То есть он вводный, он идет перед тоникой, перед мажорной или минорной. Так вот, смотрите, если я к этому аккорду добавлю основной тон, то этот аккорд гораздо интереснее и логичнее разрешится в тонику. И тогда получается аккорд обычный, мажорный, доминантовый, доминант-септаккорд с добавленной ступенью, где просто опущен бас. Вот и все. То есть уменьшенный септаккорд — это не самостоятельный, во-первых, и, во-вторых, это частичка, это часть более широкого и более функционального аккорда. И вот как раз вот этот аккорд с минус девятой ступенью относится к группе аккордов, группа альтерированных 12 аккордов, о котором будем с вами говорить позднее. Все. Вот теперь вы все знаете, что есть 7 функций и 4 аккорда. Все остальные септаккорды функционально не самостоятельны. Это что касается теории. Теперь как это применяется на практике и как это звучит. Когда мы с вами говорили про две тоники, про тонику минорную и мажорную, я вас просил в сознании своем определиться с мыслью, что их нельзя делить. Нельзя тональности на мажорные и минорные. Нужно жить внутри одного единого лада, в котором есть две тоники. А сейчас вы знаете, что внутри этого лада есть две тоники, есть целых три субдоминанты и есть две доминанты. И все они неразрывно связаны и могут разрешаться куда угодно. Мажорная тоника может разрешаться, доминанта может разрешаться в минорную тонику, одна субдоминанта может превратиться в другую и так далее и тому подобное. Вот я сейчас приведу вам несколько примеров, которые вам очень многое упростят в понимании. Смотрите, вот все просто, вот аккорд фа. Обращайте внимание в первую очередь на функцию баса, потому что я могу брать всякие разные аккорды, которые вас могут смутить. Субдоминанта. Разрешается субдоминанту и разрешается в тонику. Обычный блок субдоминанта, доминанта, тоника. И эта тоника мажорная. Теперь я сыграю другую гармоническую последовательность. Субдоминанта, доминанта и сыграю вот этот аккорд. Это минорная тоника. Функциональный блок закончился, но тоника возникла минорная. Потом. Субдоминанта, доминанта, тоника, минорная. Субдоминанта, доминанта, тоника, мажорная. Теперь я поменяю субдоминанту. Я сыграю субдоминанту не четвертой ступени, а второй. Ре. Доминанта, минорная тоника. Субдоминанта второй ступени, доминанта, тоника, мажорная. А теперь сыграю субдоминанту, обычно четвертой ступени.
А потом сыграю доминанту не пятый, а третий. И опять разрешусь в минорную тонику. А теперь сыграю субдоминанту второй ступени, доминанту третьей ступени и разрешу ее опять в минорную тонику. То есть внутри композиции могут быть постоянные разрешения вроде бы несвойственной тональности. Так вот, изначальное теоретическое деление мажорных тональностей и минорных вот вносит некоторую путаницу, разбивает общее представление о гармонии, не дает понять, что все в этой жизни очень логично. Я сейчас вам поиграю некоторые последовательности, вы просто их послушайте и попробуйте понять, что внутри происходит. Я буду комментировать. До мажор, мажорная тоника, ля минор, минорная тоника, субдоминанта, четвертая ступень. Доминанта, пятая ступень, минорная тоника. Субдоминанта, четвертая ступень. Превращается в субдоминанту второй ступени. Превращается в субдоминанту седьмой ступени, в доминанту. И опять субдоминанта четвертой ступени. Опять субдоминанта второй ступени, доминанта, минорная тоника. Субдоминанта, доминанта третьей ступени, субдоминанта второй ступени, субдоминанта, субдоминанта, тоника. Теперь я не буду комментировать, а вы просто послушайте. Причем я буду в басу играть именно основные ступени функции. Субдоминанта. Это нужно понять и наиграть эти гармонические блоки. То есть просто теоретически постараться субдоминанту четвертой ступени превратить в доминанту третьей и разрешиться в тонику минорную и понять, как это происходит. Субдоминанту седьмой ступени превратить в доминанту и, не разрешаясь в тонику, сыграть еще одну субдоминанту четвертой ступени, разрешиться в пятую, разрешиться в мажорную тонику. Когда вы это сделаете хотя бы в одной тональности, очень много из того, что происходит в музыкальной композиции, в гармонии, вам станет понятно. А потом вам это надо сделать всего лишь в оставшихся 12 тональностях. Так что, пожалуйста, занимайтесь музыкой и пытайтесь с этим разбираться. Спасибо.